Глава Чувашии Олег Николаев встретился с представителем Министерства иностранных дел России в Нижнем Новгороде Сергеем Маловым. На встрече обсудили планы по развитию международных внешнеэкономических связей республики. Сергей Малов предложил организовать пресс-тур по Чувашии для зарубежных журналистов, аккредитованных для работы в нашей стране. Кроме того, есть предложение провести презентацию экономического потенциала республики в Министерстве иностранных дел России, куда пригласят дипломатов из различных стран мира. Олег Николаев подчеркнул, Чувашия готова максимально продемонстрировать возможности региона. Стратегия развития республики предусматривает освоение новых видов востребованной продукции, которая требует взаимодействия с другими странами. Мы достаточно активно развиваем внешнеэкономическое сотрудничество за последний год. И в целом намерение мы этот тренд только развивать. На первом этапе, на этапе производства или реализации таких производств для того, чтобы обеспечить суверенитет во всех сферах жизнедеятельности страны, республики в частности, и страны в целом. И требует, конечно же, очень тесного сотрудничества с коллегами из других стран. У вас действительно хороший прогресс в последние годы. Я знаю, что к вам собирается приехать новый посол Беларуси в Москве. К вам собирается приехать генеральный консул Китая в Казани. Это говорит о том, что чуваши им очень интересно. И они лоббируют интересы своего бизнеса, лоббируют интересы своего правительства. И, соответственно, значит, такие задачи им ставятся.